В Штатах есть теория, даже практика у них в стратегии, в документах прописан превентивный удар. У нас нет. У нас же ответ в нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар. После того, как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Это значит, что падение головных частей ракет противника на территорию Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор.